Сэр, спускайся. Зачем я ему дал послушать армянские песни? Рад приветствовать вас в нашей безымянной первой лаборатории. И сегодня наш нулевой подопытный. Привет, я ноль. И еще несколько ученых будем решать вопрос, почему нельзя выжить в бездне. Пойдем от очевидного. Нема кислороду. Но эта теория рассыпается в щепки, когда мы, поднимаясь даже на 10 тысяч метров вверх, не получаем никакого урона, хотя на такой высоте не должно быть никакого кислорода. Также это нельзя сбросить на личный дефект расы под названием человек, потому что другим существам в бездне также хуёво. Но странность бездны не только в том, что она убивает все, что там не оказывается, а еще она странно себя ведет с блоками, у которых есть физика. Например, когда они приблизятся к нулевой координате уже в состоянии падения, они пересекут минусовую координату, и когда тронутся до края бездны, просто сломаются. Однако, если не делать так, чтобы на нулевой координате они уже были в состоянии падения, а просто поставить их на нулевую координату, то тогда они просто будут стоять на месте, несмотря на то, что под ними ничего нету. По нашим данным, есть три растения, которые обладают такими же свойствами, как и зона бездны. Это визероза, это куст ягоды и кактус. Первым отпадает кактус, потому что даже если он будет под эффектом невидимости, который выработался во время эволюции, мы не можем сквозь него пройти. А урон мы получаем сразу, когда входим в бездну, а не когда только ставим на ее край. Следующим отпадает визероза, потому что на нас не накладывается эффект осушения, а если бы накладывался, мы бы это видели. Ну и ягодный куст тоже отпадает, потому что урон слишком маленький. Вывод нашей первой безымянной лаборатории таков, что нет научного объяснения тому, почему мы умираем в бездне. Ну, а на этом эксперимент подошел к концу. Мы хотели бы от вас услышать, как бы вы назвали нашу лабораторию. Соберите буквы в слова, и, может быть, мы применим именно ваше название. Если вы очень захотите, можете еще и придумать имя нашему безымянному помощнику. На этом первая запись безымянной лаборатории номер 1 закончилась.